главное действующее лицо в сегодняшнем мероприятии. Это не Марсик. Это Кузя. Будем ремонт делать водоема. Вот сюда поселять Кузю. Сюда мелкую красную рыбку. А сейчас надо будет откачивать воду. Второй помощник или помощница. Ну, Кузю увидишь теперь. Может быть, даже потрогаешь лапой его. Заодно, Сереж, не забыть его взвесить, слышишь? Пойду сейчас весы принесу. Стану с ним, ну или кто-нибудь. Игорька можно. Он полегче. И таким образом. Игорь, будешь с Кузей это, взвешиваться в сачке. Ну, на весы станешь? Вот именно я. А? Вот я. Ну, ты полегче. Покомпактнее. А снимать кто будет? Я же буду снимать. Кузя, готовься. Третья помощница пришла. Пока ребята готовятся, я пошел в гараж. Надо мне сачок взять, весы возьму, чтобы Кузю взвесить. Давно мы собирались это сделать. Ну, я предполагаю, где-то в районе 15 килограмм будет Кузя. Как ты думаешь, Мирка? Примерно как ты. Ты у нас где-то 14 килограмм. Кузя чуть-чуточку должен быть побольше, чем ты. Ну, он и подлиннее тебя. И постарше по возрасту. Тебе где-то 3 годика. А Кузе уже 6 лет. Можно было бы его сюда пересадить. Пока там ремонт будем делать водоема. Ну, потом его тут вылавливать трудно будет отсюда. А для чего мы все это затеяли? Хотим убрать кирпичную кладку, там есть, чтобы сделать центральную очистку водоема этого круглого, централизованную. Не так, как мы обычно воду спускаем, чистим там, а просто делать это автоматом через таймер. Так, значит, что у меня? Сачок нужен и весы. Вот он, сачок где-то тут. Вот они, весы. Есть. И где-то был сачок. А где? Сейчас буду искать. Куда-то его задевал. Ну, сейчас найдем. Где сачок? Весы вот я взял. Марсик не дождался меня, прибежал поторопить. А где же сачок? Чем же мы будем Кузю отлавливать? Руками его не возьмешь. Он скользкий, тяжелый. Где-то был сачок. Вот он. Нет, это не он. Наш был алюминиевый. Большой. Федя, ты не знаешь, где сачок? Никто не знает. Пойду у Сереги спрошу. Был где-то там возле Кузи? А куда мы его девали? Трава мокрая. Пойду я по дорожке. О. Там уже ребята воду откачивают.
Никто не знает, где сачок. Лирик, может быть, ты знаешь? Что ты? Уже схватил что-то по дороге. Лирок, где сачок? Покажи мне хвостом. Куда его дели? Сейчас буду искать. Нашли сачок. Вот он. Поместится мне. Уже интересно или нет. Насос опустили. Шланг. Сейчас сюда наберем воды и поместим кузю в эту емкость. А сюда, в эту маленькую красную рыбу. Так. Пошла вода. Конечно, качается. Да. Чуть быстро наберет. Может быть, сначала пока маленькую набери. Подожди, я сейчас беру весы. Давай, набирай маленькую. Во. Да, подплохо вообще разомчан. Да, ну потом, если еще... На что намекаешь? На кузю? Нет. Плов сделай. Мы сюда, кузю сюда. А, сюда. Здесь будет другая рыба. Ну, быстро как набирает. Хватит, да, чтобы не выпрыгнула рыба. Так, мы пока отсюда лисы, чтобы не разбить их. Тут вода набирает. А? Да пусть включены.